Так, значит, вот осушитель Дантерм Данекс HP2, HP2, если не ошибаюсь. Значит, вот что внутри из себя. Пардон, нету ключей. Ключиков нету, не могу открыть. Заехали на минуту буквально еще раз посмотреть. Значит, какие-то доработки здесь заказчик сделал сам. То есть накрытие, допустим, покрытие воздуховодов. Вот, базовый монтаж выполняли мы. Настройку оборудования. Вот, какие-то есть мелкие моменты, которые заказчик сделал сам. Установка за 2 года показала себя при инсталляции на улице, в работе корректно, никаких проблем с эксплуатацией не было. Вот. В общем, по уверениям производителя, проблем быть не должно было, и в принципе их и не случилось. Все нормально работает. Сейчас покажем, как внутри в бассейне выглядит разводка. Значит, вот как выглядит бассейн внутри. Вот там вот у нас зашит воздуховод. Вот решетки идут, приточные, вытяжные. Есть фотоотчет по монтажу этого оборудования у нас на сайте. Это сделан дополнительный ролик. Значит, вот пульт управления выносной, еще дополнительный.